Почему? Настройки экрана звук. Давайте экрана надо. Если что, у меня фиг области. Давай. Я поменьше делаю. Вот так вот как-нибудь. Все назад. Назад. Продолжить. Да вы серьезно? Мне нужна смена разрешения. Управление, настройки экрана, автор, приложение, графика, азбуки. Графика. Качество шейдеров низкий. Низко. Все у меня тут низко. Низенький мне надо. Да пусть средненький, я не хочу низкий. Назад, значит. График музыки экрана. Где тут смена разрешения? Надо на большой камеру. Как, блин, сложно тут ставить мне. Я не могу компа снимать. Первый я не умею. Второй я... Там дядин аккаунт. Сестры мои. Давай поменьше делать. Так. Я не понимаю. Давай поменьше делай. Мне нужно смена разрешения меньше. Не понимаю. Давай. Ты. Смена разрешения. И чё? Я вообще не могу тебя вертеть. Придется с таким разрешением, с таким налогом играть. Переменить. Ой. Смена разрешения поменяем. Это, по-моему, лайфхак без лагов, как брать. Давай это пока строимся. Да побыстрее лучше. Наверное, если снять несколько игр с компа, то будет, наверное, все нормально. Ясное дело, вам нужно подключить ее к электропитанию и к сети дорог. Электропитание. Дороги. Ё-моё. Да. Ты куда вот? Все, дорога сделана. Теперь мы проведем настоящий тест. Выведем динозавра. Начните со струтия мимо. Щелкните по лаборатории и выберите инкубационный цех. Подожди, я еще из режима дороги не вышел. Хватит для выведения вашего первого жизнеспособного динозавра. Чем? Где у меня тут эти динозаврики? О, бургер. Так, там, где? Вот тут, что ли? Или тут? А, наверное, там. Так, блин. Настройки.
Почему я не могу тут поменять меню разрешения? Вот разрешение. Ой. Тихо. Меньше. Вот. Вот. Применить. Надо было сначала на строях копаться, а потом уже ведь начали записывать. А, кстати. Кошка. Чё? Ну, извинения. Ок. О! Ну, наверное, на миг. Да? Не лагает. Почти что. Может, это нельзя делать лишнее разрешение. А? Выявили лабораторию. Так вот, пошли. Так, я не понимаю, чем это делать. Так, я сейчас пошла на паузу и подумала, как это делать. Короче, я понял, как это все делать. Вот, сейчас будем вывести. Фабрика. Я хочу его. Давай. Это мне. Вывести. И два. И. Все, мы его купили. Все, мне вывозится. Порывы и амбиции. Вымирание отменяется. Ставим эксперимент над законами природы. Что может пойти не так? Так, это кто? Струтиумим. Чё? Струтиумим. Лошадь. Хорошо, что она сидит. Я буду так... Будет вам, доктор. Мы уже многому научились и вложили в наше предприятие даже больше, чем в последний раз. Угу, понятно. Давай, выводи. Так. Мне зрение не меняет? Или там на нем на яйце QR-код? Так, я не понимаю. Да, мистер Финч. Да. Я хочу сканировать QR. Последний раз. А. Всегда есть последний раз. Ты подтверди то, что там QR-код. Так. У меня появился вопрос. Какого? Комментов нету. На поднос не было подписчиков. Ну, наверное. Еще хочу порекомендовать канал один. Юрий Демон. Канал прикольный, снимает Годзиллу, как я не могу. Прикольный. Делает анимации.
Несколько видео были про игры. Ну как? Советую вам. Давай выходи. Ой, какой. Начало жизни. Этот миг бесценен. Он результат несметного количества действий и реакций. Плод проб и ошибок, генетических мутаций и непостижимых комбинаций хаоса. Блин. И вот, на свет появляется живое, мыслящее существо. Творение уникальное в своем роде. Ну а мы, вы, теперь просто производите их. Что ж, поздравляю. Ебой. Вернуться. Вот он. Так. Ша-ша. Что-то будем делать. Опа. Там ничего строить надо вроде. Так. Ну, мы сейчас посмотрим, им кормежку дадим. Жрать. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, я пока посмотрю. Там тут не. Ты чё вот залез-то? Вдруг там крокодил. Фон Хэммонда заинтересован в развитии по трем направлениям. Безопасность, развлечения и наука. Ну, хоть. Вы смотрите, как сейчас у нас динозавр ходит. Куда же? С моей подачи руководители отделов свяжутся с вами лично. Они будут поощрять вас и предлагать разные возможности, чтобы вы стали частью их команды. Да, я понял. Выберите один из контрактов. Это будет весьма полезно для дальнейшего развития. Главное, сюда хищников не класть, а то сожрут моего. Так. Вам нужна кормёжка, да? Чё-то. Ты пока там прям поделай. Опа. Научный отдел, отдел развлечений, отдел безопасности. Блин, это тяжелый вопрос. Я хочу изучать динозавров. Я хочу развлекаться с динозаврами. Но я думаю, безопасность. Блин, я не знаю. Я не знаю вообще. Ну, верно. Я не знаю, какой лучше. Короче, давайте так, я все равно скоро закончу видео. Вы мне напишите в комментах, какой вид лучше. Научный отдел, отдел развлечений или отдел безопасности. Ну, с вами был Фредди Зимний. Всем пока.